Со слов Евгения Плагунова, соглашение о передаче топлива помог подписать первый заместитель губернатора Андрей Осачаков. Сибирская генерирующая компания завтра начнет отгружать уголь. Его хватит на новогодние праздники и январь. Кто и как будет рассчитываться с абаканцами, Плагунов не пояснил. Те деньги, что ранее выделила администрация Черногорска, котельные потратят на уголь. Хватит его на 5 дней. Первая партия на складе, энергетики заявляют, что в школах теперь тепло. Руководство Черногорской котельной говорит, что в проблеме якобы виноваты низкие тарифы, а выпадающие доходы правительство Хакасии не оплачивает. У меня котельная должна работать безболезненно, если я собираю все деньги, которые я отпустил тепло. Этого не происходит практически никогда. А кто у вас самый главный должник? Самый главный должник на сегодняшний день 16 миллионов рублей. Это население 9-го поселка города Черногорска. Отметим, что сами черногорские тепловики – заядлые должники за электричество. 2 года назад следователи заводили уголовное дело о махинациях на директора и зама. Однако предприятие работает, только сменило вывеску. Было теплоресурсом, стало теплоэнергоресурсом. Черногорцы часто жалуются на эту контору, и ранее руководство с нотабеном не общалось, отгораживалось охраной.